Всем привет, сегодня с вами проходим Мороженщика 5 на максимальной сложности. Стартуем. Выбираем сложно. Также никаким оружием не будем атаковать врагов. Сейчас будем с вами искать металлический стержень или разряженную батарею, смотря что быстрее попадется. И также следим за минеродами, чтобы они нас не замечали. Это главный успех вообще прохождения. Внимательно, внимательно, никого нет. Красного вентиля тоже нет. Мы не должны с вами ходить с пустыми руками. Открываем. Здесь тебя не оказалось. Включаем также мусорную систему, чтобы нас задвигались контейнеры. Нету. Значит, у нас красный вентиль находится либо в этом шкафу, либо где-то между двигателями. Он оказался в шкафу. Побежали тогда относить. Мелкий нас не сдаст. Смотрите, я вставать не могу. Давайте левее. После этого мы пойдем с вами за батареей уже. Ах ты, пошел именно в нужную нам зону. Специально нет смысла шуметь. Лучше просто немножечко подождать. Смотрите-ка, ювелирно поставили. Сейчас за батарейкой. Просто будем искать. Здесь не оказалось. Дверь с сеткой не оказалась. А где же ты тогда? Разряженная батарея. Сейчас будем ее заряжать. Мы все ближе и ближе к микроволновой пушке. Все, ура, мелкий ушел. У нас сейчас максимально много времени будет для того, чтобы ее поставить бесшумно. Заряжаем. Кстати, можно дергать, так рычаг будет ближе к низу. Но это никак не ускоряет зарядку, это просто прикол. Так-так, думаю, я смогу что-нибудь смастерить, если у меня будет из чего. Поставили мгновенно прямо. Ищем деревяшку. Не оказалось. В раздевалку минероды не заходят. Это огромный плюс. Мы можем здесь орудовать, и никто не будет даже знать. Все, деревяшка найдена. Давайте снизу посмотрим, кто где. Никого не вижу. Закрываем. И теперь можно производить шумное действие. Сбрасывать микроволновку. Здесь уже без шума реально не обойтись. Берем трансформатор высокого напряжения и создаем микроволновую пушку. Ах ты гад. Он меня не видел. Раз, два. Он не видел меня реально. Но сейчас услышит. Ледяной куб берись. И направо резко спиной. Ах ты, заметил в последний момент. Могло быть даже без этого звука. Приколюха, на. Побежали топить ледяной куб. Чуть-чуть же, я шел же спиной. Надо было еще быстрее, получается. Все, мороженщик уже о нас забыл. Главное, что повезло с респауном. Подъехал так. Все, потек. Сейчас вводим с вами пасхалку. И переключаемся в Джея. Оружие сегодня с вами не используем, усложняем хард. Никого. Малыш только что туда пошел, ура. Стаканчика нет. Стаканчик есть, ничего себе. Это везение, кстати. У нас еще есть дверная ручка. А, малыш здесь, на. Я пока ухожу. Кстати, мороженчик, возможно, еще не подошел. Мороженщика нет. Сейчас для начала поставим ручку. Ёкарный вышен. Это просто нереал. И как от этого защищаться? У нас одна жизнь вообще. Ручку ставим. Ничего себе.
Вообще невозможно от этого защититься. Малыша не вижу. Просто перепрыгнули, видели? Открываемся и показываем себя обязательно. Что, мороженчик пришел? Нам нужно его постоянно смещать. Или даже смущать. Видите, вот эти двери, он через них заходит. Показываемся. Так, смотри. Все, побежал. Скоро появится мороженчик. Или слева, или с правой двери появится мороженчик. Все, прибежал, молодец. На. И убегаем быстро в трубу. Нам сейчас с вами нужно будет наполнить стаканчик маслом. Поехали в контейнере. Сейчас будем выполнять квест с носом мороженщика. Но строители могли расположить вентилятор в другую сторону, если они знали, что окна иногда будет мыть уборщик. Сейчас будем стрелять в сцену. Беспорядочно просто, смотрите. Кстати, один из мешков прям развернулся логотипом к нам. Замотали малыша, сейчас выпадет носик. Вот он вылетел. Нам главное его не забыть поставить. И вот сейчас плохо, что нельзя пропустить сцену. Смотрите, там малыш. Что? То есть? Он туда даже ходит. Смотрите, впервые вижу, чтобы он дверь открывал. Туда же, получается, мороженчик придет, раз мы нашумели. Все. Сейчас аккуратненько наполняем банку маслом. И зовем первого прототипа мини-рода. Не замечает, прикол. То есть нужно прям напороться на него. Все, молодец. Главное не пропустить контейнер. Засигнализировал, мороженчик пришел. Залезаем и резко пропускаем. Все, мороженчик уже находится на данной локации. И мы сейчас сможем с вами спокойно применить банку с маслом. Все, уже залезаем в трубу. И теперь вот кран можем проворачивать. Открылись, следим за мини-родом. Он, похоже, там так и ходит. Провернули. Сейчас возьмем мини-нос. Он там так и ходит, прикол, забаговался. Вы перекрыли поток пара где-то в машинном отделении. Нос залез. Сейчас давайте здесь шуметь. Нам нужен мороженщик на этой локации. Ёлка не вышел. Чуть не поймал. И где будет мороженщик? Давайте смотреть. Ёлка не вышел. Он, кстати, мега быстрый. Он, видите, зовет. Все, мороженчик вышел. Впервые вижу его здесь, чтобы он прямо оттуда выходил. Беги, беги ко мне. Закрываемся и залезаем в трубу спокойно. У нас мини-рот там завис. Сейчас мы с вами спокойненько будем превращаться в Майка. Теперь сюда даже позвали, в принципе, неплохо. Мороженчик придет в гараж, а мы сами пойдем проходить игру. У нас есть доступ с вами к катушке. Ее сразу и поставим. А, побежали в обход, я там видел мини-рода. Ну-ка, следим, никого нет. То есть в данный момент мороженчик находится в гараже. А мы с вами побежали ломать двигатель. Ёкарный быш. Откуда? Это как так-то? У нас ведь, заметьте, одна жизнь. Так, сможем ли? Раз, и на кнопку. Нажали. Так, хорошо. Тот же самый путь давайте проделаем. Пока двигатель как раз ломается. Так, увижу. Ты на меня пойдешь? Да, четко на меня идет.
Мороженщик бежит, прям напрягается. Ладно, мы тебя быстрее все равно. Синий вентиль. И убегаем. У нас теперь есть синий вентиль, есть зеленый вентиль. Интересно, видел ли он меня здесь? Малышу не попались. Прикол, мы сейчас можем с ним столкнуться. Внимательно смотрим за мороженщиком. Сейчас гад позовет. Все, зовет. Раз, два, три. Раз, два. Ёкарный вышин. Давайте его обдурим. Пока дальше крутим. Перекрыли. Нажимаем. Даже пока не смотрю. Кнопка. Есть, открыли дверь. Смотрите. Мы здесь прямо перед мороженщиком. Все, и он сюда даже не прибежал. Проходим игру на харде. Реально его нет. И он меня спалил в последний момент. Кстати, эффектно. На этой фабрике все падаю и падаю. Джей! Эй, Майк! Да! Давай спасем остальных! Давай! Я заметил кое-что подозрительное. Здесь рядом полно пищевых отходов. Может, тут есть какая-нибудь гигантская кухня? Друзья задумывают спасти Чарли Лис, что нас, скорее всего, ждет в шестом мороженщике. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами прошли мороженщик опять на максимальной сложности, не используя оружие. Оцените прохождение лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.